Давай сегодня все-таки дома останемся. Нас там мои друзья ждут. Столики уже заказаны. Мы же договорились. Извини меня, я просто не в том состоянии сегодня. У меня настроение не то. Я на работе за день устала. Устала. Настроение. Что еще придумаешь? Чего ты вообще на этой работе делаешь? За эти копейки? Все, поехали. Я никуда не поеду. И вообще, знаешь, не твое дело, какая у меня работа. Не мое дело? Да я тебя спрашивать не буду. Все, поехали. Ах ты, подонок! Оно затухает и не зовет тебя вслед за обломками солнца, на снег обжигающий грубо швыряет. Оно затухает, хотя еще греет, но на вид словно бронза, тускнеет, искрить прекращает. Оно затухает неумолимо, как память, и ни растопки, ни дров под рукой. Оно затухает, конечно, печалит. И ведь не предъявишь, да кто я такой? Оно затухает. Ты ждешь не ответа, а просто покоя. Ты просто сдаешься, боишься, пугаешь. А оно затухает. Ты помнишь, что где-то ты выбит из строя. Нет, уж где это было, ты в точности знаешь. Но оно затухает без относительно воли. Желание, страха, право и дело. Оно затухает! И ты поневоле достигнешь дозволенного предела. Оно затухает. Мне пора.